В Москве за минувшие сутки от COVID-19 скончались 98 человек. Это новый антирекорд за все время пандемии. В Санкт-Петербурге днем ранее антирекорд составил 99 умерших. По всей России за сутки от ковида умерли более 600 человек. Это максимальный показатель с января. В целом в стране резкий рост заболеваемости и смертности отмечается уже несколько недель. Власти начинают вводить сравнительно жесткие меры. Так, мэр российской столицы обязал работодателей перевести на удаленку по меньшей мере 30% сотрудников, но за вычетом тех, кто уже вакцинировался. А таких в стране, как с сожалением отмечают чиновники, очень мало. Глава Минздрава Михаил Мурашко в пятницу заявил, что число получивших первую прививку превысило 21 миллион человек. Это меньше 20% взрослого населения страны. В пятницу же Российский союз промышленников и предпринимателей вместе с Федерацией независимых профсоюзов призвали правительство ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян. Подобные меры действуют уже в 10 российских регионах. С понедельника к ним прибавится еще 8, но там вакцинироваться обязаны только представители определенных профессий, среди которых медики, соцработники и сотрудники сферы общественного питания.